В округах Краснодара начинают подводить итоги года в преддверии наступающих праздников. Сегодня предновогодние собрания прошли в двух округах. В Центральном организовали бал, на который пригласили около 200 представителей ТОСов. Их поблагодарили за вклад, внесенный в развитие города, и устроили концерт с участием городских коллективов. Такой же творческий подарок получили предприятия и наиболее активные жители Западного округа. В ходе приема жителей округа поздравил глава Краснодара. Что такое Западный округ? Ну, безусловно, это фасад, да, это лицо города, это въездная группа. Это, конечно же, всеми любимый парк на Затоне. Это улица Красная, старый центр, это Платановый бульвар. Конечно же, полюбившаяся сегодня Кубанонабережная, микрорайон Юбилейный. И вот все, что я перечислил, это все вмещается всего лишь в 4% территории города Краснодара. Вот Западный округ, он такой маленький, но на самом деле такой большой. Наш город по праву признали самым лучшим, самым благоустроенным городом в Российской Федерации. И в этом заслуга, конечно, всех вас, дорогие друзья, сидящих в этом зале. Вы, по сути дела, центр нашего, сердце нашего города Краснодара, и действительно, как отметил уже Евгений Алексеевич, очень много делается Западным округом по благоустройству нашего самого лучшего, самого красивого города Краснодара. В новогоднем приеме в Западном округе приняли участие 240 руководителей предприятий сферы образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций и бизнеса.